Всем привет! С вами Аркаша 228 Папиросим 228 и я одержимый задницей и тракторами. И сегодня мы находимся в заднице Швеции. Это центр страны, в которой САС посередине, а в середине этого САСа гоночная ралли-кроссовая дырка есть. Я понятия не имею, что сказала, но круто, наверное, судьи оценят. Приехали мы сюда, чтобы научиться заново ездить на попке. И сегодня у нас день вкатывания меня в асфальт Василием Грязиным. Во-первых, я до последнего думал, что сейчас мы приедем, я вам покажу Вася. А в итоге оказалось, что он Ford Fiesta, его здесь нет. Нужно наварить вот такую штуковину, чтобы Василий стал задницей, а этот мощный за... Здесь есть вот эта рама, которая и является всей машиной. Здесь есть откудыр, которая и является всей машиной. А еще машина спереди настолько легкая, 210 тонн, что я могу один сам сделать вот так. Нет, не могу. За сердце у нашего автомобиля в заднице. Ну не совсем в заднице, а находится оно... посередине задницы. Сразу же за задницей Вася. Эта машина не машина, а мощный заз. Это двигатель от этот 9 литра мотор. Выдает он 10 лошадиных сил, как жига вот зимняя. Фух. Настолько вымотан. И это безумно крутая работа. 6 до 8 вокруг мотора спереди ездить, дрестить на своем огромном этом турбо за 210. Вот у нас есть тумбы, и здесь можно посмотреть, в какой точке на попке. Я расслабил булки, и здесь можно посмотреть попы Васи. Но лучше смотреть попы с тракторами. Один раз за гонку мы проезжаем гонку. Но не за гонку, за заезд. За заезд, так. Да. То есть у нас гонка состоит из кучи заездов, и один раз за заезд ты должен проехать. Куча заездов, да. То есть, но бывают исключения. Да. То есть, если ты, допустим, схватил фальстарт, да. То есть, тогда тебе могут дать... Да. Фальстарт, а он схватил гонку, тогда тебе могут дать под попки. Лучшая фраза. Смотри, после того, как ты... Тебе надо максимально по прямой... Примерно чуть-чуть... Буквально на децл. Твои дрессерские навыки пригодятся тебе очень сильно. Ты должен прыгать и припрыгать. В здание правее от столба. Я немного постоял, включил зажигание. Полное говно. Расслабил булки, как последний лошара. Стартую с первой дорожки и тут же с рельса. И школьник Оливер Сос занял для меня первое место. И на тумбу. И мне за это ничего не было. Благодарим команду СРТ за мощный заз. И я не синий или голубой. Я одержимый тракторами.